ゃ。Осталось то, что на горе. А? Теперь понятно, зачем оса убили. Я думала, он просто хочет денег, как мы. С бивнем в руках он поведет за собой людей, сунет его властям под нос. То есть, как всегда. Такое уже было? Много раз. С тех пор, как юный король проиграл персам. Кто только не пытался захватить Бивень и эти земли. А я-то думала, у нас охота за сокровищем. Так и есть. На войны пусть тратят время люди вроде Осава, а не мы. Ну, на войны я немало времени потратила. Да, но ты же делала это за деньги. Как правило. А когда работала на Осава? Какие там деньги? Едва издержки покрыли. А! Зачем ты это делала? Работала на репутацию. Пришлось начинать с самых низов. Да уж, ниже только дно. Красиво здесь. Ты первый раз видел? Да. В нашей работе мало преимуществ. Путешествие одно из немногих. Где ты бывала? Спроси, где я не бывала. Я-то спрошу, ты ответь. Ну, я не была в Штатах. Правда? Ну, я охочусь за старыми штуками. А Штатам каких-то 300 лет. Ну да. А ты? Где бы ты хотела побывать? В Исландии. Хороший выбор. Там красиво. Там тихо и чисто. Хочу увидеть северное сияние. Да, оно стоит того. Поезжай туда, когда мы тут закончим. Когда-нибудь. Пока у меня хватает более срочных. Стой! Осторожно! Там засели люди Осавы. Ну, была не была.
ну все. Ну, что у нас тут? Я немного осмотрюсь, я тут постерегу. Thank you.
Смотри, там, на скале. Видишь арку? Вроде целая. Ты пойдешь? Хочу ноги размять. Ну, давай. Что это за место? Без понятия. Фрейзер, сюда, смотри! Что? Что там? Обезьяны. Похоже, ты рада. Люблю обезьянок. В том строении что-то есть. Ага, обезьяны. Помимо обезьян. Не вижу, как перебраться. Я тоже. Что у нас тут? Поглядим. Мне кажется, или это похоже на нашу карту? Ха. Я сделаю пометку. Еще герб хайсальского правителя. Кто-то очень постарался, чтобы это спрятать. А символы ты видишь? Символы? Те фигуры, наверное, хайсальские короли. Всего их 11. Тут есть прорезь. По форме знак подходит. Ну-ка, попробуем. Они заполнили точки на карте. Ага. Что будет, если найти все? Это нужно, чтобы найти бивень? Вряд ли, но... Лишние деньги, да? Да. Пойдем, пора возвращаться.
Я немного осмотрюсь. Делай, что нужно. О, тут еще. А как в него позвонить? Громко. Пополнение для моей коллекции. А потише нельзя было? Ня. С добычей? Еще один знак. Немного осмотрюсь. Давай, удачи там.